мы поедем купаться в баню. Баню? Аня у нас? И Таня с топором. Баня без дров не топится, а там топора нет. Правильно. Все готовы. Let's go. В принципе, да. Да, надо спросить разрешение. Да. Это тазик для бани? Да, это дядя Миша, знакомый нам уже персонаж. Ты помнишь его? Нет. Он нас конфетами угощал на ботанике. Да? Ага. Ничего себе. Ну, все те же лица. Ну, вот мы вроде бы уехали от Екатеринбурга, а лица-то все те же. Садовая мода. Нам надо эту экскурсию, подождите. Че? Таня приехала с подругами в баню. А, ну, да, чай, так чай. И можно начать. Таня приехала с подругами в баню. Таня приехала с подругами в баню. Девочки, сегодня мы находимся в том саду, в котором я с двух лет я была, проводила каждое лето в этом прекрасном месте. Здесь сейчас очень зелено. А, покажи, что тут есть. Ирисы. Ну, на самом деле, сюда уже 3 года никто не ездит, не ухаживает. Поэтому тут немножко все заросло, но что-то еще осталось. Короче, картошка. Так. Колорадский жук. Колорадского нету. Опиум растет. Опиум. Опиум. Танька нам об этом не говорила. Девочка, ты правильно нам не сказала про опиум. А давайте посмотрим что-нибудь там уже это. Это от птичек ее закрывают, потому что птицы, они все едят. Девочки, я вас хочу угостить. Ты зацени вообще. Это вообще вау. Вау. Первое. Вау. Так, Танюшка, это уже подгнила. Давайте вот так вот покормлю. Это просто что-то. Она еще... Я тебе буду кушать. Они еще такие. Сама ты скушай. Домашняя клубника. Это сад, обожаю. На дачу приехали. И, короче, это очень классно. Мята, пойдемте, я покажу, здесь супер сорт мята есть. Вот она. Вот это вот мята. Она очень интересная, во-первых, она очень долго не портится. О, так долго. Холодильник, она была вообще... Вот это тоже мята? Боже, как она вкусная. Вот, это мята? Знаешь, сколько мяты сортов? Сортов мяты около 40 сортов, 50 мяты существует. И вот это уже какой-то чувствую, один из них, и она очень ароматная. Да, да. Ну все, сейчас из них заварим. Да, мы сейчас наберем и заварим. Так, а ты говорила, что где-то у тебя смородина, если можно со смородиновым листом. Да, тоже и смородина есть. Да, вот мятку надо будет порвать. Сейчас мятку порвать. Да, вообще. И домой можете набрать. Класс. Найдете. Все, что найдете, можете рвать домой. Ваша, да? Девочки, баня должна быть жаркая. Зашибись. И если вам будет очень жарко, я вас смогу из шланга полить. Вау. Это будет круче, чем из вот этого бочонка, который, знаешь, такая. Угу. Таня там возле печки. Змеи? Нет, она может развалиться. Да что вы говорите, дядя Миша? Папа сказал, ее можно топить. Спасибо. Ну ладно, тазов достаточно, вообще классно, спасибо. Все будет, если... Ну только водки нету. Вот, а мы тоже не взяли, дядя Миш, мы что-то не подумали. Вообще-то я уже не пью. Давно? Ну, есть такое дело. Digital detox не будет. Не будет. Все работает. Электричество есть, надо чайник. Надо включить все и надо включить только зумба, музыку. Зумба, плейлист, зумба, приложение, зумба, телефон. Сейчас мы наберем в баню воду. Сейчас мы наберем. Из дяди Мишиного шланга. А еще? Еще. Девочки, если вы будете пошмелее, можете у дяди Миши попросить готовый веник. То мы можем еще сами прогуляться же. Можем прогуляться. За вениками. Да. Ну, кстати, тоже прикольно прогуляться. Тоже все прикольно. Все сработало. Ура! Ура, мы вообще счастливы. Вот хорошо, когда хорошие соседи. Здесь смотри, что есть еще березки? Я не вижу больше. А вижу вот только... Пойдем, ладно, туда, в карьеру, где все. Открывается? Блин, это самый главный момент. Главное, чтобы ее никто не прикрыл, пока мы ходим. А что, мы знаем, как вернуться обратно. И тут мы попадаем в сказку. Да, погнали. Да фиг его знает. Это первый раз. У нас такой. Я мелкая, когда была, их ломала просто, да и все. Давай начинай ломать, тогда вот берется маленькая, можешь ломать. Это будет очень смешно. Хороший контент готов. Да? Уже.
Смотри, короче, ее надо просто наклонить. Короче, забираешься наверх, и потом она же там сверху гнется. И виснешь. Летаешь. Давай, Таня. Я готов. Я нет. Сейчас ты нам это продемонстрируешь. Я думаю, Таня, она спортивнее меня, по-любому. Вот это вот надо наклонить. Да, вот, вот так же правильно. Ой, звезда, давай. Еще выше. Я даже не могу. Давай. Она очень большая. Ну ладно, пошли за маленькой. Я не бегу для любимчика. Просто если мои родители знали, что не понимают. Вот вы думаете, женское ли это дело? Хорошо, что папа топор наточил. Ну, Танюшка на ботанике с топором. Короче, это просто. Не плачь, все нормально будет. Березку жалко. Вы уже нарубили, мне кажется, на 500 веников. Ну, на один, как бы, ну, такой. Ну, нам больше одного-то не надо. Вот кто что? Это что такое? Это ставим для особо опасных. А вы помните дорогу назад? Там должна быть щель в заборе. Таска! Закрывается! Господи! Должен быть тверк. Здесь это же клумбят. Здесь вот это должен быть. Вот так. Ну слишком мощно для этого. Вау, вау. А там вот внутри уже тепло. Да. А мы вот это мы удачно засели, да? Сидим в тепле. А на улице град. А на улице град, дождь. А мы кайфуем. А у нас шикарно. Поступает в баню, это как бы самый кайф. На самом деле вот окно, его надо открывать. Таш, что как тебе баня? Отлично, очень жарко. Жарче, жарче, чем на улице. Танюшка, что там в окне? Там дождь. А у нас тепло. Это типа для тех, кто есть бочка с холодной водой. А мы просто там. Зашибись. Какая она горячая. Успела замотаться, да. А все, уже все. А тут все равно темно. Все. Я тоже пою. Чисто такое летнее настроение. Так, давай. Ты не говори. Тань. Как делишки? После бани? Расслабила? Ну, вообще жизнь довольна теперь. Ну, ты вообще девственна. Кожа мягкая. Все это. Березовый отвар, мята, листья смородины, кофе. Все было. Мы кофе так. Да, мы же не стали снимать, но это работает. Но это только для нас. Да. Это Таня после бани залетела. Давайте пить чай. Давай.